В Международный день защиты детей глава региона Ербол Карашукеев принял участие в открытии кинозала Digital Bridge на базе Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этот день аким области посетил также учебно-оздоровительный центр Мөлдербулак. Центр, который работает круглый год, начал свою работу в прошлом году по поручению президента страны. Ербол Карашукеев ознакомился с материально-технической базой центра, пообщался с детьми. Вниманию гостей были представлены работы начинающих художников и юных изобретателей. Ребята также подготовили танцевальные номера и песни. В учебно-оздоровительном центре «Свое здоровье» подтянут самые талантливые ученики. Аким области отметил, что гордится такой молодежью и возлагает на них большие надежды. Республика Олимпиада Лармен Халамиджар Старда, Охшлар Мусбз, Моглс, Охшлар. Наши ученики на всевозможных олимпиадах знаний завоевывали призовые места, стали обладателями 331 медали. Это просто отличный показатель. Дорогие дети, поздравляю вас с этим днем, желаю всего самого наилучшего. Для нас вы самая большая радость и самая большая гордость. Со стороны государства вам оказывается всесторонняя поддержка. Вы – будущее Казахстана. В центре созданы все условия для успешного проведения летнего отдыха детей. Работают различные кружки. Ученики с пользой проведут тут свое свободное время. Давайте. Ждем вас с победой. Для детей в новом кинозале подготовлена подборка интересных отечественных кинокартин и мультфильмов. Здесь также они смогут изучить сферу IT и познакомиться с возможностями искусственного интеллекта. В этом году летним отдыхом будет охвачено 192 699 учащихся. Это 87,6%. В том числе дети из малообеспеченных и многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей. Отличники учебы и победители различных образовательных конкурсов также получат различные путевки. Также более 23 тысяч детей посетят историко-культурные объекты. Валихан Талгатов, Нуркадыр Уримхан, Айкын Акпарат.